золотой велик, золотые очки, золотой отель. Как же это все набрыдло. О, все, наконец, ну все, отвозит. Все? Потому что я же не буду по паркингам сам ездить. Отвезет сейчас ключи, навешал, как положено. Ему можно было доверить такую тачку? Сейчас проверим. Разобьет, попадет еще одно рабство. Она хоть у тебя застрахована? Я не успел еще. Что-то недавно приехал. Полная каска, не? Не полная! Ну все. Плакали твои денежки. Я даже права не взял. Техпаспорт. Только тихо. Не говори. Да. По-моему, блондинка лучше паркуется. Никого не задавил? Ладно, пусть покатаются. Они нас позавчера вискарем угощали. Ясно. А, это наши кореша, да? Ну, а ты ж помнишь, да? Ну, да. А, ну да, да. Пусть покатаются, мне не жалко. Жаль, курить бросил. Пепла нет, чтобы струсить. О, по привычке, что ли? Да, по привычке стою возле пепельницы. А пепла нет. Зато пепельница красивая. Друзья, сейчас я вам покажу стройку. Ну, просто уникального объекта, которого точно нет нигде. Вы уже, наверное, прочитали название, да? Нигде в мире, и вряд ли будет ближайшие, не то что годы, а даже десятилетия. И вот это, дорогие друзья, вот это будет у нас музей. Музей будущего. Да, это будет точно нечто уникальное, фантастическое и просто невероятное. Находится он возле Всемирного торгового центра. Вон там уже и академия целая уже будущего. Так, сделает круг, не сделает круг. Нет, видимо, мы уже к нему не подъедем, но я дам возможность посмотреть хотя бы издалека. Нет, наверное, все-таки подъедем. А пока смотрим, что мы там видим вокруг Jumeirah Emirates Tower. Вон это Hiwara, наш отель, в котором мы проживаем уже. Несколько дней. Вот такие вот экзотические различные растения. Почти как ботанический сад. Вот такая вот развязка. Ох, и мы подъехали прямо к нему. К нему уже идет эстакада. Нет, это парковка. Сейчас мы смотрим его в максимальном приближении. Музей будущего. В виде какой-то ладьи или непонятно. На звезду смерти похоже, из Звездных войн. Ага. Она также строилась. Ладья в виде кольца. Кольцом. Видите, мы остановились специально для вас. И... А сколько лесов мы пытаемся? Работает? Конечно, работает.
только не могут не работать. Там просто паутина, просто я не знаю, что там творится. Ну посмотри. По-моему, у нас такого количества арматуры нигде не вставляют. Это просто что-то фантастическое. Здесь уже у нас фонтанчики будут. Вот оно вот такой причудливой формы, замысловатой. И оно будет полностью кольцом. Замкнуто вверху. Там толще. Вначале, да. А сейчас вот вид какой-то ихней лодки этой. Дао. Да. Как? Дао. Дао. Дао, да. Но потом они все-таки его... Закольцуют. Закольцуют, да. Надо будет подойти сюда. И снять поближе. Так, откуда бы мне будет подобраться? Здесь-то я стою, у меня в автобус, меня... Кондиционер. Никому я не мешаю, и мне никто не мешает. А здесь где подойти? Там везде котлованы, развязки, пешеходные. Тротуара у них почти нет вообще, в принципе. А вода какая зеленая, красивая. Угу. Птичка нет. Так, ну, попытаемся увидеть все, что возможно, даже находясь в автобусе. Исторические кадры. Да, скоро, дорогие друзья, стройка закончится, и он будет совершенно иметь другой вид. Ну, а это, как всегда, у нас останется в памяти и в наших роликах. Чего, родитель наш? Да. Вон он там. Никба. Угу. Все, сделали полный круг. Скворечник на пальме, нет, это финики, обмотанные специальным мешочком. Вот это да, вот так зреет урожай фиников прям в центре города. Каждую гроздь обмотали сеточкой, видимо, ее там как-то спасают от жары или наоборот от холода. Что видно, это финики, да, это финики. Начались пробочки. А вот это называется пустыня. Вот это называется пустыня. Зелень такая, что у нас такой нету близко. Сочная, яркая, при температуре 50 градусов должен выгорать. Даже с учетом воды. Да. Это, я представляю, сколько вот эти сейчас растения, деревья выпивают воды в день. Тоннами. Потому что жара дикая, им же надо как-то выживать. Все зеленое, ни одного желтого листочка нет, ни одной желтой веточки. Потому что у них осени не бывает. Угу. И зимы не бывает. Да, но такую жару как им выжить? Или лето, или вечная весна. Как им выжить в такую-то жару? Или лето, или вечная весна. Не прокачивая через себя воды, наверное, тонны в день минимум.
такой волк. Выбирай себе по размерчику. Кого? Никого, а что? Что? Ну, нимб, естественно. А, беру все. Что значит беру? Они не берутся, они светятся над головой. Или светит, или не светит. Светит же, значит светит. А ну? Ты говоришь, не светит. Поворотись, сынку. Светит, светит. Поворотись, сынку. Вставай хоть на месте. Спокойно. Светит, светит. Он больше у тебя похож на тюбетейку, ты знаешь? Сдвинутую на бок. Не надо мне тюбетейки. Ладно, еще, наверное, не дорос. Дорос, дорос. Как выглядят проспекты, дорогие друзья, в Дубае в будний день вечером? И это в стране, где, напомню, нет ни атомных, ни гидроэлектростанций. Откуда столько энергии, я не могу понять. Испугал. Такого ночью встретишь. Они нас скоро будут либо мочить, либо охранять. Одно из двух. Вряд ли. Мы им уже так надоели. Мы уже сами себе так надоели, что мы друг друга видеть не можем. Вот такое придет, и что ты с ним сделаешь? Все только переписываются смс-ками и долбят эту клаву с утра до вечера. Сидя рядом. Ага. Друг с другом. На одной он лавочке. Один, но маленький. Да? Железный человек. Вот такие амазонки нас охраняют. Да? Вход и выход. Да, я думал, здесь техника. Это одежда, да? Это одежда, да. Какие-то симуляторы. Это все игрушки, дорогие друзья, для маленьких и для взрослых. А меч? Настоящий. А меч-то железный. А сталь дамасская? Ну, да. Ясно. Дамасская. Смотри, какая красивая. Светильники красивые. Переливаются. Да. Думал, здесь техника, но здесь... Самое интересное, что? На улице дикая жара, здесь дикий холод. И открыты настежь двери, посмотри. Да. Я в шоке. Миша, не экономил, что ли? Нет. Ну ты же слышал, как он орал на всю, весь этот магазин? Закройте дверь за собой. Вы чего дверь не закрыли? Видел? Слышал? Ага. Сейчас закроют. Бежит закрывать. Ага. А скамейки с подсветкой ты видел? Нет. Причем меняют свой цвет.